Гранату времен Великой Отечественной войны обнаружили на железнодорожном вокзале Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте. Взрывоопасную находку обнаружили на внутренней парковке комплекса между зданием подразделения Центра транспортного обслуживания и автомобильным гаражом вокзала. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды патрульно-постовой службы Крымской транспортной полиции и следственная оперативная группа. Правоохранители совместно с сотрудниками ведомственной охраны Крымской железной дороги быстро оцепили территорию и эвакуировали из зданий 25 работников предприятий на безопасное расстояние. Прибывшие специалисты Федеральной службы войск Национальной гвардии провели осмотр территории и установили, что опасный предмет по внешним признакам напоминает гранату F1 времен Великой Отечественной войны, не оборудованный запалом. Опасная находка изъята специалистами на утилизацию. Сотрудникам транспортной полиции Крыма предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.